В одном черном-черном дилерском центре, в одном черном-черном автомобиле Е-класса был сшит черный-причерный салон. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автоателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий, и сегодня мы поговорим о черных буднях черных автомобилей Mercedes E-класс. К сожалению, перешивая салон автомобилей, не всегда владельцы предпочитают сделать их более симпатичными, уютными, а выбирают очень строгий, спокойный стиль. И в данном случае речь идет о таком черном-причерном фраке, который заменил собой искусственную кожу. А в данном случае вместо Арктика, кожзама с грубым рисунком, который неприятный на ощупь, текстурно, такой выглядит прям как заменитель классический, мы поменяли тоже на искусственный материал, но совершенно другого уровня. Это эко-кожа. Эко-кожа с гладким рисунком Напа, эко-Напа. Этот материал мы применяем очень много, давно, и ешек сшили невероятное количество. Здесь есть даже отдельный плейлист по ешкам. При этом мы изменили дизайн салона. Вместо штатного базового варианта с горизонтальными прострочками на центральной части появился вот этот очень симпатичный с фигурной перфорацией, ромбиками в центре, с отстрочкой, с шильдиками дизайна и с декоративным кантом на боковых поддержках, который, хотя и выполнен в том же строгом черном стиле, но выглядит очень даже уютно, очень даже симпатично. На мой взгляд, в этих машинах действительно не хватает объема, и вот эти объемные ромбики, кантики, они добавляют красоты и благородства машине с достаточно простым примитивным салоном. Обычным объемом работ для этих машин является перетяжка дверных вставок, сидений двух рядов с подголовниками, безусловно, дверных подлокотников, и дополнительно часто нас просят перешить еще нижнюю панель торпеды и центральный тоннель. На этом можно было бы в целом остановиться, но ешки часто не обладают необходимым функционалом, и поэтому на сиденье второго ряда очень популярна услуга по установке функции подогрева. Ну а для пассажиров и водителя передних мы регулярно устанавливаем функцию массажа пневматического, которая позволяет расслаблять мышцы во время езды, да и в общем статус премиального немецкого автомобиля несколько приподнять. Исполняются подобные проекты достаточно быстро, всего за несколько дней, а гарантия на сам материал практически пятилетняя. Он и на ощупь, и по внешнему виду практически неотличим от кожи натуральной, но при этом гораздо более стойкий и долговечный. Все-таки искусственные материалы уже достаточно давно превзошли по качеству материалы натуральные, по долговечности, по носкости, хотя некоторые покупатели автомобилей все еще легко могут отличить натуральный материал от искусственного и несколько пренебрежительно относится к эко-коже, называя ее дермантином. Так вот, вот путать не надо. Есть материал на основе микрофибры и полиуретана, это как раз эко-кожа, а есть материалы на основе тканевых или синтетических, соответственно, натуральных подложек, но с напылением из ПВХ или даже бывает с примесью полиуретана, но тем не менее это вот то, что принято как раз называть кожзамом. Материалы, которые не дышат, которые трескаются на морозе, и многие владельцы Mercedes, уверен, сейчас дружно в комментариях подтвердят, что действительно боковые поддержки после зимы бывают достаточно серьезно изнашиваются. Все это не красит дорогие, солидные, современные автомобили. И, безусловно, обращаясь к нам, владельцы этих автомобилей рассчитывают на нечто большее. Но при этом, безусловно, рассчитывают не только на красоту, но и на долговечность. Поэтому удачное сочетание цены и качества эко-кожи часто определяют выбор именно этого материала. Хотя себе лично в машину я в центра сидений вшил алькантару, и для меня такое сочетание, оно идеальное, лучше всего. Призываю вас подписаться на наш канал. Если этот ролик вам понравился, то скорее ставьте ему лайк и оставьте нам пару комментариев, что вы думаете о нашей работе и вообще об идее улучшения автомобилей. Ваши комментарии нас подбадривают, поддерживают и помогают нам видеть дополнительные смыслы в съемках
съемках, роликов, коих на нашем канале выходит все больше и больше, наполняя его и делая гораздо более интересным. На нашем канале можно найти ответы на многие вопросы, и даже многие автомобили представлены в разных дизайнах. Я думаю, что если вы посмотрите в описании к этому ролику, то найдете не только номер телефона для связи и ссылку для перехода в WhatsApp, где мы с радостью ответим на все ваши вопросы, в том числе вопросы стоимости, сроков исполнения, может быть, какие-то технические нюансы, моменты, поможем вас записать для проведения работ, но также вы в описании найдете ссылки для перехода в другие наши социальные сети, где мы показываем процесс исполнения работ, пишем интересные статьи, и надеюсь, вы и там сможете найти что-то интересное для себя. Это ссылки на наши аккаунты в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и, конечно, в ТикТоке. Я надеюсь, вы останетесь с нами не только как зрители, но, может быть, когда-нибудь станете нашими клиентами. А пока с вами прощаюсь, желаю всем удачи, успехов, будьте здоровы и счастливы. Пока!